Бесплатный, развивающий и перспективный. В Ульяновской области появился новый образовательный проект «IT-куб». Он рассчитан на детей от 8 до 17 лет. Совсем скоро квалифицированные специалисты займутся юными умами, научат пользоваться цифровыми технологиями. Первая площадка «IT-куба» уже строится на базе Государственного технического университета. И он откроет двери уже 1 сентября 2020 года. Второй IT-куб будет создаваться в Димитровграде в следующем учебном году, ну и третий IT-куб также будет создаваться в Ульяновске. Первая площадка расположилась на территории третьего корпуса политеха. Сейчас ведутся ремонтные работы, подготовка помещений к приему учеников. После открытия центра цифрового образования для детей будет доступно 6 направлений. Это мобильные разработки, это системное администрирование, программированный Python, основа программирования на Scratch, виртуальная реальность. И по любому из этих направлений, в зависимости от уровня подготовки, это может быть прям базовый стартовый уровень или уже какие-то продвинутые знания есть у детей, они могут выбрать любое из этих направлений и начать свое обучение. Этот проект Ульяновская область получила не просто так. Наш регион победил в конкурсном отборе в Федеральном министерстве просвещения. В техоснащение каждой из трех площадок будет вложено 45 миллионов рублей. Развитие детского IT-обучения входит в приоритетные задачи нацпроекта «Образование». Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.